ритуально, видимо, для успокоения пугливых западных коллег, сообщают, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран. Это ложь. Ровно этим они и занимаются. Вам диктовать никто не позволит. Угу. А просто тогда смысла нет затевать было. Как значит смысла нет? Да так. Это Одесса меня предала. Я уезжаю в Москву, и я буду в Кремле делать селфи. Вот это, я считаю, самое топовое импортозамещение. Вот в этом вы все. Сажают, и потом говорят, если хочешь, можешь пойти. Не нас вините, себя вините. Они меня поддерживают. Чем я тебя поддерживаю? Чем? В ТикТоке поддерживают. Где? Чем поддерживают конкретно? Нормальные слова говорят. У кого сейчас теплые батареи? Ни у кого. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий щоденний випуск російської крінжатини і їхньої пропаганди. Тут ми збираємо найбільші зашквари, найгучніші їхні заяви та, звісно, приклади того, як вони брешуть набагато частіше, аніж роблять вдох і видох. Тож, не забувайте на старті нашої програми обов'язково лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайф, аби посилювати наш інформаційний супротив і посилювати команду наших підписників. Пожалуйста, расскажите. Хорошо, я расскажу. Да, давайте. На этом адресе независимости 16 проводились работы по замене любимой канализации. Часть была полностью заменена. Можно сказать, что полностью восстановлена. Часть. Не часть, а большая часть восстановлена. Я вам покажу сейчас, как восстановили. После этого прошли дожди, выявилось в другой стороне течи. На сегодняшний день материал есть, людей не хватает, можно сказать, их вообще нету. Один слесарь. Дополнительные бригады не берутся выполнять работы по замене ливневых канализаций. На сегодняшний день идет полностью подготовка к зиме, идет прокрутка, рвут трубы по отоплению. Меняются аварийные участки, меняются задвижки, которые пришли в негодность. Так же самое и ведется работа по замене аварийных участков, которые рвет сейчас трубы по холодной воде. Поэтому из-за нехватки рабочих рук на сегодняшний день пока приостановлена работа по замене этого аварийного участка ливневки. Из-за нехватки рабочей силы. Ну, вот сейчас начнутся дожди. Люди, получается, опять у них будут потопы и мокрые потолки. Как с этим быть? Это у нас не один адрес. Этих адресов у нас более 25, которые надо делать. И этот дом стоит в очереди, и в порядке очереди будут выполнены работы. Когда? Это я сказать не могу. Ну, у нас есть акт. Порядки очень. Да, у нас есть акт, в котором зафиксирована конкретная дата. Почему эти даты не выдерживаются? Я уже объяснил, за нехватки рабочих сил. Мы можем предоставить материал, и если есть такая возможность у людей, пожалуйста, отремонтируйте своими силами. Мы выдадим материал весь, который нужен. Он у нас есть на складе. Хорошо, спасибо. Он просто стесняется. Это не стесняйся. Нет! Ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи мне, из-под одеяла. Как зовут? Пойдем, отойдем, телефон передам. Отойдем, телефон звонят. Ну ладно, пускай поиграет. Мама тебе телефон дает? А ты во что играешь на телефон? В телефон? Как у тебя игры? Майнкрафт. Сергей, не сердись. Давай. Против СВО. Я против того, что ребята постоянно там. Мой муж после ранения находился в госпитале. Он у меня сейчас дома, вот на 30 дней реабилитации нам дали. Дело в том, что ребята после выздоровления опять же едут туда. Храмы и косы, никто этого ВВК нормально не проводит. Они просто прошли, а сказали им, какой у них диагноз, и отправили обратно. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но неужели в нашей стране нет здоровых ребят? Почему должны? Ранили, вернулись, ранили, вернулись. Я считаю, что все должны попробовать и все должны сходить. Если это мобилизация для всех, соответственно, все должны быть там. Вот и все. Справедливость мы пришли. Пришли просить, чтобы вы заступили за наших мужчин, чтобы вы нам помогли. Потому что наши ребята здесь уже год. Они
наступает на нашу страну уже год. Никаких вопросов. Давайте их должны поменять. Сейчас, мы договоримся, с вами спокойно примем, обсудим. Мы каждый день помогаем. Мы только что отправили 118-й конвой. Мы им каждый день помогаем. Нам никого не доводят. Спросить. Я за, но если нацисты в МГРовцы победят, тогда ни вам, ни нам, никому жизни не будет. Не будет, нет, нет, нет. Это... После ранения он отправляется обратно. Я извиняюсь, я готов с вами разобрать ситуацию. Готов. Буквально Орвиша Горш сьогоднішні заяви від російської пропаганди. Як і завжди, в епіцентрі всієї уваги завжди знаходиться головна самиця. Та, хто фактично тримає всю російську пропаганду. Взагалі, здається, що вона найідеальніший приклад того, як могла би виглядати самка Богомола, тому що спочатку вона розривається своїми фейками, своїми вкидами і жовчу. Ну, а потім здається, що всім іншим учасникам пропагандистських ток-шоу вона просто відгризає голову. Про що я? Далі дивимось. Тепер новості серйозні. Хотя куда серьезнее, чем ядерный взрыв. Министр обороны Российской Федерации Шойгу, кадры на вашем экране, прямо сейчас проводит переговоры со своим коллегой, заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики, генерал-полковником Джаном Ю Ся. Обсуждаются, если верить официальному сообщению Минобороны, актуальные вопросы военного сотрудничества, которое... Цитирую официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации, военного сотрудничества, которое расширяется между Россией и Китаем, что бы это ни значило. Далее Министерство обороны Российской Федерации ритуально, видимо, для успокоения пугливых западных коллег, сообщает, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран, а связано лишь с тем, что это третьи страны пытаются атаковать и Москву официальную, и официальный Пекин. Песков только что сообщил, что с Джаном Ю Ся, который является, еще раз повторю, заместителем председателя Центрального военного совета Китая, сегодня проведет переговоры и президент Российской Федерации Путин. Обсуждаться будут вопросы военного, опять-таки, чтобы это не значило сотрудничество. Также Лавров прямо сейчас заявил, что целью Запада введение новых антироссийских санкций является попытка расшатать обстановку внутри российского государства. Далее примечательная статистика. Евросоюз, бедный, несчастный, главная жертва американцев, по самым скромным подсчетам, потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. Слушаем. Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу, навязал и продолжает навязывать Европейскому Союзу дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждает своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан, туда, где базовые издержки бизнеса меньше. Ну и заставляя Евросоюз отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы. За последние полтора года по очень скромным консервативным оценкам европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро. Это большая цифра. Обратите внимание на листы бумаги. Перед Лавровым речь, очевидно, написана от руки, просто вот таким мелким, убористым почерком. Сергей Викторович свои речи пишет. Война, которую против нас развязал Запад руками Украины, телами украинцев, это гибридная война, и в этой войне особая роль отводится незаконным, односторонним, ограничительным мерам, так называемым санкциям в отношении России. Их число беспрецедентно и превысило 17 тысяч. Цели не скрываются: подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти. Это прямо декларируемая цель. Хотя Запад всегда, когда в общем плане обсуждаются проблемы односторонних рестриктивных мер, заверяет клятвенно, что он проводит такую политику, в рамках которой санкции не нацеливаются на гражданское население. Это ложь. Ровно этим они и занимаются.
Повторю еще раз, задачу ставит перед собой спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти. Такую политику Запад проводит в очень многих странах, в том числе и присутствующие здесь послы и сотрудники посольств наверняка знают о таких примерах в отношении собственных государств. Рамиль, только название надо поменять. Ну, не вы говорите. Вот и даже нам, сенаторам, сбиваешься. И потом какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его современним и сделаем короче. Потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ну, точно не вы говорите. Я вам предлагаю сейчас вот вариант. Вы его, значит, обсуждаете. К России отходит все исторические вот русскоязычные области, безусловно, включая Николаев и Одессу, потому что Украина должна быть лишена выхода к Черному морю. Сильная Украина, которая вот будет сидеть и накапливать, значит, энергию для ответного удара, мне не нужна. Украина должна... Вот, я не знаю, может быть, там будет их каких-то две Украины, там, условно говоря, какой-нибудь там Киев, Житомир, и что-нибудь это будет Украина, Запад, ради бога, там пусть хоть, как хотят, так и делают. Плюс, я так понимаю, что, наверное, в этом договоре должны быть прописаны те вещи, которые мы озвучивали еще в декабре 2021 года. Вот наши гарантии безопасности, они там все были прописаны. Не другое получится. Дело, что, конечно, мы знаем, как относиться к этим. Не получится. Российская Федерация пока не победила в войне, поэтому вам диктовать никто не позволит. Угу. Если вы хотите получить какие-то территории, вы обязаны их отвоевать. Вот если вы завоюете Запорожскую область, Херсонскую, все территории, тогда вы можете об этом говорить. Соединенные Штаты Америки говорят, Европа, тебе нужна Украина или какая-то ее часть? Плати деньги, забирай себе и что хочешь, то и делай. А Российской Федерации не нужен ЕС. У вас нету партнера или переговорщика в лице ЕС. Вы его не видите. Вы говорите только с Америкой и будете говорить только с Америкой. И теперь последнее. Как разделить территорию Украины? Безусловно, то, что часть Западной Украины, которая готова уйти в Европу единым целым, частями. Угу. Это есть. Это население так говорит. Другое дело, а Киев? Вот что делать Киев? Ничего. Что значит Киев? Это первый вопрос. Мать городов русских. Мать городов русских. И самый большой вопрос, уважаемый господин Норкин, это как раз то, что вы назвали. Никакой Николаевской и Одесской области в Россию никто не отдаст. Потому что что тогда Украина? Это что, без выхода к морю, что? Без портов, без инфраструктуры и так далее. Но не отдаст, за какие грехи? За какие шиши вы хотите вот, забрать Василий Дмитриевич, будете говорить еще раз, к сожалению, вот что-то вот для вас еще произойдет. А просто тогда смысла нет затевать было. Как правильно? Значит смысла нет? Да так. Вы произросли территориями, у вас несколько миллионов а Приднестровье населения. Очень хорошо. Азовское море стало вашим внутренним. Вы уже победили. Хорошо. Себе. Мне только нужно, чтобы вот эта вот история с нацистским образованием под названием государство, она была как бы прекращена. Если Германия под руководством Гитлера развязала мировую войну и уничтожила миллионы жизней, став трагедией для целых народов, в первую очередь для советского народа, то убогий украинский режим смог угробить только собственный народ, и то на деньги американцев. Даже западные СМИ признают, что Киев не продержится без западной помощи и нескольких недель. У Зеленского был шанс ускользнуть от судьбы своего немецкого кумира. Он мог объявить выборы, проиграть их и под шумок сбежать под крылышко Байдена, осваивать награбленное. Но в Зеленском вдруг проснулся политический гонор. Или, наконец, дошло, что цена его власти – его жизнь. В интервью NBC News Зеленский публично подтвердил ссору с Залужным. Заявил, что не согласен с главкомом по части провального контрнаступа. Зеленский сказал, что на войне нету пик, и Украина еще не вмерла. Но, судя по событиям последних дней, наполненным увольнениями, теперь и убийством в окружении Залужного, складывается впечатление, что киевский режим боится военного переворота. Решил провести тотальную чистку политических оппонентов. Также официально можно считать, что в Киеве стартовал поиск виновных в провале контрнаступа. Всем зараз варто думати про захист нашої держави. Всем сейчас стоит думать о защите нашего государства, собраться, не расслабляться, не распадаться на противоречия или какие-то другие приоритеты. И все мы понимаем, что сейчас в военный час, когда есть... Все мы понимаем, что сейчас в военное время, когда есть масса вызовов, абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тему выборов. В суспільство тематику выборов.
Я очікую від усіх відповідних структур. Я жду от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно есть перед нашим государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников из Верховной Рады Украины, и Службы безопасности Украины, и других правоохранительных органов. Это касается и того, что государству нужно значительно больше сосредоточенности на обороне. Мы должны визначитись. Что зараз час обороны, час битвы. Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых от Украины ждет только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки. Есть структуры, которые здатні ставити крапки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры. Против Украины. Ну и прямо сейчас срочная новость, которая, конечно, требует подтверждения. Депутат Верховной Рады Арєв сообщает, что министр обороны Украины Умєров только что внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, как это у Чуковского, волки от испуга скушали друг друга. Ну а российская армия провела массив. Сьогодні російські соцмережі особливо солодкі. Насправді, я інколи навіть радію від того, що попри заборону і те, що VPN-и в Росії намагаються приглушити і надати можливість їм існувати, вони все одно безкінечно використовують ці соціальні мережі для того, аби нам і всьому світові показати, як сьогодні живе як глибинна Росія, так і великі їхні міста. Одним словом, якби в них не було соціальних мереж, їх обов'язково треба було б їм провести. Тому що те, що ми відкопали сьогодні, це справді неймовірний скарб, який підніме настрій навіть тому, хто впав в осінню хандру. Вот ми станція, короче, Ростов-на-Дону. Здесь какие-то ростовские-то. Здесь покормили нас бесплатно, одели бесплатно. Тут же вот, сейчас покажу, подстригают бесплатно. Можно постричься. Ну, вон там другая палатка, уже там платить надо. А вот здесь, кстати, покормили очень вкусно. Здесь кормят. Вон там перевязки в контейнере. И вот здесь тоже перевязывают. Мне на спине, я пойду в контейнер перевязку сделать. Сейчас маленько поброжу. Наелся мне на живот ложиться и обезболивающе поставить. Украинские песни просто послушал. Не надо, ни в коем случае не надо сейчас. Когда-то слушали, да. Их сейчас нам они чуждые нам они теперь. Они должны быть чуждыми. Они нормально. Они нормальные, но не для россиян. Сколько наших ребят, знаешь, как угробили? Вот так, объяснять так. Принести ребят на войну, да? Ну а при чем тут украинцы-то? Мирные? Так они русские привезли воевать их, к ним. Те еще 14 годов. А при чем тут вообще украинцы? Че? А ты считаешь, что не украинцы, что ли, воюли с Россией 8 лет? Всех убивали, да, массово разрушали, все бомбили, а мы их там на помощь слали 8 лет. Они меня поддерживают. Чем они тебя поддерживают? Чем? В ТикТоке поддерживают. Где? Чем? Чем поддерживают конкретно? Нормальные слова говорят. Какие нормальные слова говорят? Именно? То, что... Нормально ко мне относятся и все. А именно как? Нормально. Как выражают у тебя? Да. Словами скажи, что как это означает у тебя. Что говорят? Родные, по поводу булочки... Все безрезультатно. Сегодня взял букет, поехал к ней. Ее дома не было. Она ездила с малыми, скуплялась. Вот, и с племянницей. И все, типа. Но я приехал к ней, ее не было, типа. Вот. Скорее всего, типа, папа позвонил, сказал, что я, типа, у них. Вот. И Вера, я думаю, ну, не приезжала просто. А может, действительно, да, там еще чем-то занималась вроде. Короче, хуй. Вот.
После этого видео сейчас вставлю картинку там, где с букетом, поняли? Я приезжал к ней домой, я букет оставил у нее дома и все. Так вот. Сейчас сижу, жоги нахуй. Я не знаю, что делать. Потому что все просто одно к одному нахуй. То, блядь, этой картой, то теперь, блядь, ломятся и... 4 человека ломились. Еще, блядь, эти нахуй. Такой Геракл, блядь, еще. Двери нахуй ногами ебали. Это просто... Я хуй, наверное, переезжать отсюда буду. Потому что это... Просто это даже словами не описать. Прям черная полоса. День. Короче, поняли? Собирался сейчас сделать кофеек, насыпать себе супчика. Похавала сегодня за целый день. Открываю я холодильник, достаю кастрюльку. Чикс. Я или его не прокипятил настолько, сколько надо было. Короче, сегодня я голодный. Нижний Новгород. Пенсионер, который голосовал за Путина. Нижний Новгород. Урна магазина «Чижик». Дедок, который голосовал за Путина, что-то там делает. Что-то нашел вкусненькое. Гойда. Оп. Так, 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 так. Что там у нас вкусненькое? Голосовать будет за Путина, по-любому. По-любому. Не наголосовался еще. Не наголосовался. Я отказала. Я всех подниму против вас. Всех. Что вам сделать? Я Кремль на вас пригоню. Меня прозвали агентом Кремля? Хорошо. Моя родина Одесская область. Но я лично эту Одессу закатаю в плитку. А чем, что вам Одесса сделала? Расскажите, пожалуйста. Что мне Одесса сделала? Развела на бабки последние. И я сегодня доедаю последний кусок хлеба в этом городе. Эта Одесса меня предала. Так я уеду в Москву, и я буду в Кремле делать селфи и добивать вас. Но я украинка по происхождению, а по крови я русская. И горжусь этим. И смерть я вам отомщу так, хуже, чем княгиня Ольга. За предательство. Вся республика, вся страна гордится вами, поскольку вы после краткосрочных отпусков снова направляетесь решать сложные и боевые задачи в зону специальной военной операции. Мужественно и героически защищать наше Отечество. Как когда-то эти места освобождали наши деды и отцы именно в Донбассе 80 лет тому назад. Одна только героический поступок 112-й кавалерийской дивизии имени генерала Шаймуратова, о чем говорит 78 героев Советского Союза. В одном кавалерийском дивизии, ни в одном дивизии соединения нет такого. И сегодня вы также в составе десятки тысяч наших солдат и офицеров, именно ушедших с Республики Башкортостан, и именных батальонов, и мобилизованных, и солдат-офицеров вооруженных сил, в едином строю защищаете наше Отечество. И помните, ребят, слова. Хоть нам надо быть едиными, а в единстве сила. Когда мы едины, мы непобедимы. Когда генерал Шаймуратов поднимал своих бойцов в атаку, он всегда говорил, что потомки Салават Юлаева отступать не умеют. Поэтому сегодня мы еще раз гордимся вами, говорим слова благодарности. Очень много писем приходит в адрес руководства Республики Башкортостан. О добровольственном, честном, героическом службе наших ребят. Поэтому вам отдельное спасибо.
Берегите себя, берегите своих друзей, товарищей, кто рядом с вами находится. Будьте в одном едином кулаке, чтобы враг не мог вас сломать. А мы со своей стороны все будем помогать, приезжать, доставлять, что вам необходимо. У нас практически еженедельно уходят гуманитарные гонкобои. Вот сейчас только ребята сегодня возвращаются назад. 8 числа или завтра, послезавтра, мы отправляем очередной 100-й гонкобой на территорию Донбасса именно. Заметьте тенденцию такую, куда приезжает украинец беглый с Украины, там начинается хаос и беда. Ну, скажем, Франция. Что там было? Ой, а там были украинские демонстранты, да? Да. Германия. То же самое. Там где еще у нас? Израиль. Израиль то же самое. Это где вы приехали, вы с собой несете беду. Вы с собой несете беду. Не русские, а вы. А мы приезжаем, спокойно отдыхаем и уезжаем. А вы несете беду со своими законами, со своими уставами. Так что не нас вините, себя вините. И снимите уже кастрюлю с головы, снимите. В ДНР будут обновлять кинотеатры? Да. Кинозалы в Донецке будут оснащены новыми проекторами якутского производства. Вот это, я считаю, самое топовое импортозамещение. Когда аргументы закончились, уехать из города. Это единственное решение проблемы с отоплением, которое могли предложить в теплосети людям. 2 недели назад глава Денис Пушилин на оперативном совещании дал соответствующее распоряжение. Когда я раньше ходил в теплопункт к диспетчеру, она вела себя грубо и сказала, почему вы здесь сидите, эвакуируйтесь. И эти так называемые услуги за свои же деньги. У кого сейчас теплые батареи? Ни у кого, ни у кого. Что-то у меня такое впечатление, что вот с этим завязыванием глаз великому Пушкину вы прокололись. Ну, ребят, Пушкина Европа любит. Я не знаю, как Америка, наверное, тоже. Пушкин великий. Он один вот такой. Он один для всех, один на всех. Пушкин захоронен в Псковской области, в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Так вот, когда приезжают иностранцы проведать его могилу, настоятель их подвозит к кладбищу и показывает пальцем: «Вон могила Пушкина». На колени падают и ползут к могиле. Вот так они его ценят. А вы, получается, нет. Что-то вы недостаточно европеизированы. Вам не кажется? Да, вот это я не знаю. Я там еще скороговорку такую длинную наговорила. Вам хотя бы повторить, да, вот это Святогорский, Свято-Успенский монастырь в Псковской области. Я тут вообще что-то загнула. Ой, простите, простите, простите. Но это хорошо, что вот это завязывание глаз, оно, знаете, такой бюджетный вариант. Потому что, ну это ж не то, что там звезду снести или герб Советского Союза на станции метро. Это гораздо дешевле, это практически бесплатно, я так догадываюсь. Ну почти бесплатно. А то вот это, чтобы снести там денег, знаете, сколько выделяется? Я помню, как одна рассказывала, бизнес-вумен в 90-е годы. Слушайте, давайте вот тут типа стройку раскопаем что-нибудь. Раскопаем. Бульдозер поставим, привезем. Там какие-то, что-то какой-то... И кучу денег под это спишем. Вот так оно и списывается. Помню, как мне один киевлянин рассказывал. Не знаю, что я из Донецка. Он не хотел, не собирался. Мне понравится, что типа я за вас. Нет. Он говорит, анекдот, Кличко открыл какую-то станцию, даже не то, что не новую, не построенную,
а даже не после капитального ремонта, а просто после техобслуживания. Она была закрыта там, ну, я, говорит, знаю, я там работал, там смазать что-то надо, солить, ну, чем-то там они смазывают, мужик рукастый такой, понимал, что делать. Он ее открыл. Вот в этом вы все. Сделать вид. Пшик! Такой сделать, видимость. Но с Пушкиным вы прокололись. Нет, Пушкина рано. Казахи, я только что узнал. Паскуды эти русики. Гребари. Короче, казахи, будьте аккуратней. Нахуй эту Россию. Вообще туда не езжайте. На заработки, не на заработки. Ни в коем случае туда не езжайте. У них свое тупое мясо кончается. Поэтому они такие подставы сейчас начинают делать для вас. Не нужно злиться, ничего. Просто никакого общения с ними не имейте и все. Не едьте туда, прошу вас. Скиньте это видео всем. Не едьте в Россию. Забудьте вообще, что существует такая страна. Уже, наверное, около 15 человек при пересечении границы задерживают, обвиняют в перевозке наркотиков, сажают. И потом говорят, если хочешь, можешь пойти на войну. Какие мрази, ёптеатр. Еще главное, избивают пацанов до тех пор, пока они признание чистосердечное не напишут, что да, мы провозили наркотики. Короче, казахи, между собой там общайтесь. Дайте информацию целиком. У вас есть сейчас реальный один враг, это Россия. С ним не надо ругаться, с ним не надо вообще никаких дел иметь. Вообще, просто забейте. Не нужно сейчас это, поднимать какую-то волну, там что-то переть против них. Идут, они дебилы, пускай живут там сами в своем говне. Не едьте туда ни при каких условиях. Оттуда люди сбежали к вам, а вы туда едете на заработки. В этот дебилизм, сука, оттуда вас сбежал. Оттуда вот народа бежит из этой России. Куда вы туда едете? Вы все прекрасно знаете, какие условия в тюрьме. У вас в Казахстане, так вот в России еще похлеще есть. Не везде, правда, но существуют такие места, где прям жестко давят. Где-то 70% наших всех ментов, это просто, это я не знаю, это не люди. Это вот хуже Хамаса. Я его знает, как эти люди появляются. Я вообще не понимаю, откуда эта мразота вылазила. Вот да не то, чтобы в наше время, вообще, как рождаются вот эти твари. Дело даже не в том, чтобы менты, не менты. Просто откуда такие собаки рождаются? Хотите помочь своей семье? Просто дома лучше помочь. Лучше сидеть голодным, чем умереть на этой войне. Либо пойти и убивать, и потом прийти с деньгами. И мама, чтобы знала, что эти деньги на крови. Я ни в коем случае не горжусь перед вами. Мне повезло, что я кореец, оказывается, по крови из-за этого уехал. Я вообще не горжусь перед вами, не осуждаю, просто прошу вас, пожалуйста, я не знаю, как вас упросить, на коленях вас прошу, пожалуйста, не езжайте в Россию, ни в коем случае. Такая трагедия для вашей страны не нужна. А ось тепер видихаємо, тому що ми з вами таки дійшли до фінішу сьогоднішнього випуску. Сподіваюся, що ви, як і я, отримували величезне задоволення від того, як ми препаруємо, розбираємо і добираємо найцікавіше, найфієрічніше із того, що є на московських болотах, що свідчить, що кінець вже надзвичайно близько. Не забувайте, друзі, лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, якщо ще раптом цього не зробили. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!